Ой. К тебе пришел. Заходи. Она принесла покупочек. Да? Пойдем, Алиса, разбирать. Он хотел обнять, поцеловать. Алиса. Да. Моя девочка. Любименька. Опять пойдем скорее. Что-то мама купила, да? Это что такое? Это ягоды от пирамиды. О, это твои любимые сосиски. Сейчас на стол пока поскладываем, а потом затащим. Что там, Агушу нашла, Алиса? Что там еще? Глянь, виноград? Голубика. Попку тема. Наконец-то папа будет сейчас попкой. То есть ты меня считаешь засранцем, да? Это сегодня-то съешь, да? Не вот в холодильник не затаскивают. Это я знаю. Сосиски можно не убирать. Так, лимон. Зеленые. В чай, да. Окислить. Снежочек. Фильтры скоро надо будет заменять. А блинов-то? У нас что, масленица, да, будет? Мне кажется, к масленице готовишься. У меня, знаешь, какой случай сегодня был? Прикинь, я пила в спортзале воду и почувствовала, что я что-то проглотила. Прикинь, что что-то вывалилось из твердой рылки. Из рта, да. Из бутылки вывалилось. Я, короче, не успела. То есть на моменте глотания я поняла, что там какая-то фигня плавала. Блин, вообще, я уже не знала, что там. Думаю, может, кусок пакета. Ну, главное, что проглотила. Потом посмотрим. Нет, это еще не главное. Главное впереди. Ну, главное, это понятно. Ты что, из меня выйти еще? Ну. А оно не спало. Мне кажется, у тебя все перспективы. Нормальное завершение есть. А все-таки маленькая вероятность какого-то с другого. Да нет, я думаю, там все что угодно выпрыгнет. Кто же прячется за дверью? Кто же прячется за дверью? Кто там прячется за дверью? Как Алиса реагирует на прочтение своего имени? Это робот? Алиса! Ты все, что ли? Алиса! Как? Алиса, что с тобой? Как робот ножку поднял? Давай. Вот так ножку робот поднял. Так? Растяжка какая. Алиса! Ты куда побежала? Вчера насмеялись с нее. С Алисой смотрим телефон. Да? Листай. Аня. Да? Аня? Не снимайте меня. Да, Алиса? Ну ничего страшного. Что ты хотела, попугайчика посмотреть? Любим мы с Алисой повозиться в телефоне, какие-то приложения поиграться, маски. Замена лиц. Так, а вот смотри, какая интересная игра еще. Рисовать, да? Музыка еще такая. Нет? Да красиво же, посмотри. От каждого пальца зависит рисунок. То есть одним, двумя проводим он посередине. Сейчас, секундочку. Это тремя пальцами нарисовано. Дотронулась тоже. Раз один отпускаешь. Ну, теперь так вот чисто поиграться немножко. Ну, Алиса что-то не понимает, да, всю красоту? Так, это кто там? А, куколка какая-то, Алиса, да? А давай кисю или собачку поставим. Мяу, да? Мяу. Мяу, скажи, да? Гав-гав. Давай, может, себе клоуна попробуем сделать? Или с папы? А вот и я, вот и я. Обезьянка. Давай дитя посмотрим. Вот это, вот. Да? Что ты там рассказываешь, Алиса? А? Развалилась?
Алиса, ты куда это все тащишь? Ты укладываться собираешься? Время только 7 часов. Сейчас коты тоже залезут. Вот. Кайфуша маленькая. Передавай привет, передавай. Помаши ручкой. Привет, привет. Привет, привет, помаши ручкой. Вот молодец. Алло? Да. Алису к телефону? На, Алиса, тебя. Тебя к телефону. Разговаривай. Что там говорят? Сразу застеснялась. Любим книжки читать. Сейчас с Алисой будем собирать. Давай. Все, оставляй его, ставь на пол. Давай, вот смотри тебе. Так, начинаем большую. Правильно, синенькую. Так, зеленая и красная. И вот еще можно колпачок одеть. Да? На, колпачок будешь одевать? Почти. Он туго одевается, поэтому вот так вот аж. Держи колпачок, вытягивай, тяни на себя. Вот, молодец. Отходи дальше еще. Так, Жикуся. Придумали с Алисой новую игру, с котиками играть. Теперь вот так. Некому посередине, да, прыгать? Мама проснется. С Алисой растянули. Алиса, что ж ты так предательски отпускаешь? Алиса даже с папиным инструментом может управляться, да? Что такое? Выходите типа. Идите сюда. Так, дальше. Алиса, куда Алис, ты нас хочешь? Мама кушать собралась. Мама не будет ходить. Один раз поведемся, посмотрим, куда он, машина нам что-то хочет показать. Все, Алиса, ну мы пришли. Давай обратно. Обратно и без вас. Свободный холопа. А это кто тебе дал, Артем? Откуда у тебя глобус? Дед Мороз. Мороз? Ты туда хочешь, что ли? Гренландия? Положи. Это с Артема, Алис. Так, давай найдем Краснодар. А ты знаешь, где он? Нет, ты уже пролистал его. Здесь вот смотри. Или опять Костя-племянники. И я не знаю, здесь вообще неописуемый просто хаос. Да, Алиса? Неописуемый хаос. Ну, ничего страшного. Зато всем вместе весело, да, Алиса? Эту губную гармошку мне подарил один дедушка. Он умер от туберкулеза, правда. Доставай, Алиса, подарки чужие. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем кушать все. Так. Так. Я столько собирал. А мы есть собрались. Не-не-не. Тогда собирай обратно скорей. Алис, тебе немного? Нет. Коробка скоро лопнет, Алис. Ты же слишком тяжелая. Все, давай. Хватит. Она сломается, Алис. Алиса, все, вставай. Все, давай. Вот, вставай, правильно. Алис, она ждала вас в гости, поэтому так играется. Не притворяйся, Святик. Не притворяйся. Давай, Алиса, ты вставай. Артем, это тебе Дед Мороз вместо велосипеда принес? Это полицейская машина. А по улице будешь так кататься? Нет, я только... В школу будешь так ходить? Нет? Вот-вот. Алиса, зачем тебе ложка?
Здесь не укушать теперь? Ну все, давай, давай, папа положит ее на место.